Всем привет! Сегодня мне задали интересный вопрос: личку можно ли продавать Black Squad оружие, как это происходит в CSGO и других играх. Так, с таким же вопросом я обратился еще в начале бета-тестирования к разрабам данной игры, и они мне ответили, что нет, подобного они вообще не планируют, то есть продавать скины на торговой площадке и обмениваться ими, они это даже не рассматривали. Возможно, спустя какое-то время, если будет позволять движок, они это создадут. Но вот пока он меня убедил в том, что этого не будет. То есть это будет просто внутренние скины, которые покупаешь, и обмениваться ими нельзя будет. Ну, поживем, увидим. На сегодняшний день как бы можно продать свои скины, ну, с них что-то получить, по крайней мере. Альтернатива этому всему существует в том плане, что вы можете, уничтожая свой предмет, получить за него какую-то сумму возмещения. Например, если я продам вот этот вот дигл, который я купил за медали, то я получил сумму возмещения 15 медалек. Ну, как бы нецелесообразное такое у нас получается удаление дигла, потому что он стоит 1500, да, а я получу 15 медалей. Но, например, я могу продать свой скин, который мне выпал в бесплатном боксе. Вот это HNK, как бы мне особо этот пистолет не нравится. Ну, да и скин так себе, поэтому если я его продам, я получу 100 монет Black Squad. В принципе, и с нуля я вот сейчас его уничтожу. Подтвердить. Все. И вот у меня получилось 100 монеток есть. Вот это еще я могу понять, что когда ты получил что-то на халяву, ты это продал и получил за это хоть какие-то бонусы. Ну, давайте как альтернативу. У меня еще вот это вот оружие я получил бесплатно. И я могу у него его уничтожить и получить сумму возмещения 1200 золота. То есть вот таким вот образом. Если в инвентаре много пушек, а вы уже такой продвинутый скилловой игрок, то вы можете половину из них поудалять, если они вам мешают, и получить хоть какое-то вознаграждение. Но в данном случае вот интересно со скинами, которые приходят бесплатно, их продавать, как бы, или там уничтожать, как здесь написано, и получать вознаграждение. Тоже нормальный ход. На ровном месте 100 бэкскладовских денежек получил. Вот такая у нас альтернативная торговая площадка с игрой, с уничтожением своего оружия и возмещением средств за них. Вот только так на данный момент можно здесь что-то продать. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока, до новых встреч, играйте честно.